Первый участник сегодняшних прослушиваний приехал на кастинг из села Кайнар, Карагандинской области Казахстана. В свободное время Еля Аман любит петь и помогает родителям в хозяйстве. Я же работаю в трое сутки. Три дня отдыхаем, а сутки работаем. И за эти три дня я стараюсь быть в тоях, в мероприятиях. В свободное время я пишу музыку. И так проходит все день. А без музыки никак, я не могу без музыки. Даже когда я в армии был, тоже музыка рядом ходила все время. Всем привет. Приветствую. Меня зовут Еляман, я из города Караганды. Мне 22. Здравствуйте, Еляман. Работаете наверняка уже где-нибудь? Да, я работаю спасателем. Вау! Я пожарный спасатель в городе Караганды, СПЧ-17. Проходили уже через настоящий огонь? Конечно, проходил. Сколько людей вы спасли? 13. 13 человек? Я хочу поаплодировать. В преддверии номера. Спасибо. В преддверии номера всем пожарным нашей страны и всей Центральной Азии. Спасибо за ваш труд, ребята. Так, хорошо. Что вы нам сегодня покажете? Я сегодня принес свою авторскую песню и, с вашего позволения, исполню с удовольствием. Мы будем рады ее услышать. Я желаю вам удачи. Давайте. Спасибо. Darling, what am I without you? I need to, darling, how will I live without you? I only love you, I only love you. La 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 la, la 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 la. I need to, darling, what am I without you? I need to, darling, how will I live without you? I only love you, I only love you. Da la la Leila, da la la Leila. Эляман, это было так необычно, красиво и профессионально. Мне так понравилось ваше исполнение. У нас есть хорошие примеры в нашей стране. Такие ребята, как Джахали. Да, вот. Я вот увидел такой некий такой микс. Тут и индийские ситары пошли. Вот что-то вот от Востока. Вот. Я не разочаровался. Единственное мое пожелание, может быть, просто вот на эту музыку сделать все-таки
текст на русском, на казахском языках. Еляманна, ну а я позволю себе немножко с нашим аксакалом. Немножко не соглашусь, на самом деле надо ставить большие перед собой высоты и покорять, конечно, и родину тоже, и всю Центральную Азию, весь мир. Поэтому спасибо тебе большое за прекрасную песню. Спасибо. Это моя звезда, я ему скажу «да». Что? Спасибо. Очень красивая песня, я говорю «да». Спасибо большое. Спасибо. Ну, это талантливо. Я сегодня ему говорю «да». Спасибо большое. Виктория, спасибо. Твоя песня, ну это просто будущий международный хит. Дай бог, чтобы так было. Я тебе говорю «да». У тебя спасибо. 4 «да». Спасибо большое. Ты проходишь следующий тур. Спасибо большое. It's what I'm looking for. You all that I need. You make my heart breathe. Just stop, please let me know. Real love from me comes right. Real love ends to her. Real love, we are getting higher. Look me down on the road. The one, the one, the one, the one. Давайте послушаем наших судей, что же скажет твоя главная фанатка Светлана Фармонова. Да, на самом деле, я с первых прослушиваний стала его фанаткой, и он убедился, я ему не соврала, я до сих пор слушаю его песни. Ты шикарно поешь, ты знаешь, ты сам пишешь песни, ты автор сам своих песен, это круто на самом деле. И ты звезда для меня, ты знаешь, я твоя фанатка, я с большим удовольствием слушаю твои песни, у тебя золотой, нереально золотой голос. Давай, Элиман, удачи, увидимся, спасибо. Ко мне приходит вдохновение, ко мне приходит какое-то что-то такое, и я чувствую, что надо это сделать, надо, чтобы люди это услышали. Я хочу выиграть это шоу, потому что я хочу, чтобы люди услышали новую музыку. Я выкладываюсь на этот проект полностью на 100%. Что для этого делаю? Да все. Аранжировка «Страна ночи», не входя из комнаты. Какие-то мысли приходят, бегу за текстами. Конкуренция есть, я думаю, да, и чувствую, там, как танцуют, как показывает фокусы, это очень круто. И, конечно, есть конкурент. И я буду бороться.
как давно я искал. Среди сотен миров ту звезду, что даст мне крылья, крылья, где-то там высоко, высоко, где-то там далеко, далеко. Мне ни о чем уже жалеть, мой путь был долгим, но успешным. Обрел я то, что дала крылья, крылья, где-то там высоко, высоко, где-то там далеко, далеко. За горизонтом, там, где солнце, где небо, нашел тебя я, путеводная. В конце дороги, там, где солнце, где небо, я обрел два крыла, что меня вознесли. Там, где заветная, ты моя вечная. Еляман Мухамеджанов, Казахстан. Еляман, это твоя новая песня. О чем? Для кого она? Эту песню я специально подготовил для гранд-финала. И за короткое время в этом мне помог мой друг. В ней я описывал как свой путь к мечте. И она хорошо мне так характеризует. Большое всем спасибо. Спасибо, Еляман. Нурлан, а как вам исполнение? Я в прошлый раз еще говорил, что у тебя свой путь, я верю в него, потому что ты сам в него веришь. Поэтому в добрый путь, дорогой мой. Все только начинается. Ситора. А ты, Серик, если помнишь, ты говорил, что эта песня – будущий хит. У него все хиты. Это золотой голос Казахстана. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.